Друзья, перед вами практический шедевр Стивена Спилберга, легендарного великолепного режиссера. «Искусственный разум» 2001 года. Как же приятно пересматривать этот душевный, великолепный фильм, где робот, мальчик, хотел стать настоящим человеком, мальчиком. Он искал маму. Но нашел маму. Какая трогательная история. Прекрасная работа. Прекрасная. Это Грет. И мы просто настоятельно рекомендуем посмотреть. Это великолепие. Хейл Джоэл Осмит. Какой был прекрасный пацан. К сожалению, пошел по наклонной. Вся карьера его актерская, увы, пошла вниз. Ну, что бывает. Время проходит. Значит, где-то свернул не там. Также Джуд Лоу, Фрэнсис О'Коннор. Какая была тоже сексапильная девка. Даже не девка, а тетка, но сейчас уже постарела, уже морщины, уже все не то. Время берет свое. Сэм Робертс, Джейк Томас, Уильям Хёрд и другие. Бюджет 100 миллионов бакинских, сборы в США на 78, сборы в мире 235, прекрасно окупился, зрителей в Америке было 14 миллионов. Ну а премьера в России состоялась 1 ноября 2001 года от Кара Премьер. Премьера в мире 26 июня 2001. Релиз на DVD 7 марта 2002 от Most Video. Ну а релиз на Blu-ray был 23 ноября 2010 от Universal Pictures. Конечно же. Оскар. Номинации. Две почти статуэтки можно было забрать. Лучшие визуальные эффекты и лучший оригинальный саундтрек. Да, это просто какая-то богемия, ребята. Фильм получает от нас почти шедевр. 9 баллов. В будущем мире, вырвавшаяся из-под контроля глобального потепления и пугающих достижений науки, смертные живут бок о бок с удивительными и сложными роботами. Но когда продвинутый прототип робота-ребенка по имени Дэвид программируется на проявление бескорыстной любви, члены его человеческой семьи оказываются не готовыми к последствиям такого чувства. Неожиданно Дэвид оказывается один в странном и опасном мире. С помощью уличного робота Дэвид пускается в поиски загадки своего собственного происхождения. Прекрасная, удивительная история Стивена Спилберга. Обязательно к просмотру, друзья, мы были в 2001 году, когда фильмы были фильмами. Пускай это автологично, но это было великолепно. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. Все это возможно, искусственный разум продвигается, и каким он будет, плохим или хорошим, зачастую, конечно же, зависит и от нас. Подписывайтесь, друзья, на канал Great Review в Яндекс.Зен и welcome back!